не собирал виноград в этом году, как-то не до этого, да еще и старое вино есть. Поэтому он ушел под зиму очень много. Соседям предлагал, никто не захотел. Обещали, но не пришли. Смотрите, какая красота. Но дело в том, что ничего не пропало. Сахар в винограде никуда не делся. И его еще можно собрать и сделать такое зимнее вино. Ice wine. Дело в том, что это, в принципе, оно такое более редкое. Потому что в странах с традиционным виноградоделием морозов не бывает. А вот у меня растет такой виноград, и он... Вот он и в зиму уходит. Поэтому это вино с очень хорошим специфическим вкусом. Поэтому еще буду, позвоню кому-нибудь, предложу, пусть собирают. Смотрите, какая красота. Очень сладкий в этом году виноград, и очень его много. И вот туда еще есть, вот смотрите, это елка. Не елка, а сосна, смотрите, какой красивый. И это же уже ноябрь месяц. Вот еще. Вот еще, видите, вот сосулька на нем. Хорошее дело винограда. Ну, такое время у нас сейчас, что не до этого, не до винограда. Вот, смотрите. И вот много еще его. Если кто знает, что с ним делать, то пишите в комментариях, прислушаюсь к вашим советам. Завтра, когда будет светло днем, сниму более широкий ролик. Да, вот виноград. Ну, повторяю еще раз. Он не пропал. Его еще можно, конечно, уже кушать его. Там можно и кушать. Но для вина он еще годится. Видите, какие красивые. А вот, смотри, какие грозди. Вот. В общем, такая вот картинка. Рядом сосна. Вся в снегу. Боба бегает. Он что-то роет, Боба. Боба, что ты здесь роешь? Ну, в принципе, ролик не о Бобе, а о винограде. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.